Кто нечестно заработал почти 200 миллионов на питерских свалках, сейчас выясняют следователи. В рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств прошли обыски в администрации Приморского района северной столицы. Речь идет о хищении в особо крупном размере, подчеркивает в СКР. Был заключен контракт с одной из фирм на уборку территории и обустройство рекреационных зон. Чиновники подозреваются в мошенничестве при ликвидации городских свалок. Общая сумма госконтракта – 300 миллионов рублей. Но большая часть этих денег, по версии следствия, была выплачена ни за что. В исполнении этого контракта были перечислены бюджетные денежные средства. Однако, как полагает следствие, работы в полном объеме выполнены не были. Невыполненные работы, по предварительной оценке, составляют сумму 174 миллиона рублей. Конкретных имен следствие пока не называет. Решение о проведении допросов пока не принято.